Губернатор Одесской области Максим Степанов внес всю сумму залога за Сергея Стерненко, который с пятницы находился в СИЗО. Этот факт чиновник подтвердил на своей странице в Facebook, где разместил фото квитанции с перерасчетом 600 тысяч гривен. Вместе с тем депутат Лиманского районного совета Сергей Щербич, который на протяжении 2 лет доказывает в суде, что именно Стерненко его похитил и пытал, просил губернатора не вносить за радикала залог. По его мнению, Стерненко за совершенные преступления не должен находиться на свободе. Сергей Стерненко и Руслан Деменчук действительно меня украли. Действительно, Стерненко стрелял в меня с пистолета. У меня есть 3 пулевых отверстия, вот так можно сказать. Потом они меня пытали. Сергей Стерненко в меня стрелял. Они посадили меня в машину, одели на голову черный мешок, руки завязали жгутами и, как для меня, завезли в неизвестном направлении. Экс-лидер одесского правого сектора Стерненко, который подозревается в организации массовых беспорядков во время протеста в Летнем театре, уже сегодня, ближе к вечеру, вышел из СИЗО и направился под стены прокуратуры области, где проходит бессрочная акция протеста.